Всем привет! Сегодня мы едем менять масло на нашей машинке. Уже пришел срок. Прошло 3 месяца с того времени, как мы ее купили и поменяли в первый раз масло. Смена масла своевременная, очень важный момент во Флориде, потому что климат здесь очень жаркий, и если вовремя не сменить масло, можно навредить двигателю. Поэтому соблюдайте вот эти рамки. 3000. Ой, господи, мамочки, страшно-то как. По-моему, он едет не по дорожке, он нарушает правила. В общем, так о чем мы. Чтобы вы не забыли, те, кто меняет масло, пишут обязательно на стекле, вот такую клеят наклеечку, где написано, когда вам в следующий раз нужно будет менять масло. Итак, мы прибыли на месте. Это такой частный сервис. Мужчина здесь специализируется в основном на Volvo. Ну, также у него видели много других машин. Вот. Посмотрим состояние нашей машинки заодно. Прошло 3 месяца. Посмотрим, как вообще она, в каком состоянии. А то многие интересуются, не сломалось ли что-нибудь у нее. Вот нам самим интересно. Пока нареканий никаких тю-тю-тю нет. Ну, мало ли что. В общем, он все проверит и поменяет масло. Вот так внутри. Ждем. Так, нам сказали, что проверят машину в течение 30 минут. Масло поменяет. В общем, пока мы пройдемся, прогуляемся. $32 нам обошлось сменить масло и посмотреть, все ли у нас в порядке. Ну, в общем... А? Блогер. Блогер. Ага. Блогер, блогер, yes. Блогер, я всегда вижу, что ты берешь фотографии. You need photographer? No, my son, he's a professional photographer. Ah. That's what he does for a living. Okay. And he's got a habit. He walks around with a camera and takes pictures of everything that he lives in Pittsburgh. В Петербурге и его сын живет. Но в Петербурге не российском, естественно, а флоридском. Да их тут три. Да. Thank you. Thank you very much. See you next time. I'll see you. Take care. И вот она, наша машинка, и с ней все в порядке. Все проверили, фильтры, ремень в двигателе, пружины и все, что только нужно. Все проверили, все в норме. Вот сменили масло, все остальное, все хорошо. Так что сказали, встречаемся через 3000 миль. В общем, прошло около 30-40 минут, да, и все, машину нам уже подготовили. Многие еще спрашивают, как же вот у вас такая дорогая в обслуживании машина, как же вот вы решились ее купить, ведь она уже вроде как с большим пробегом, и как же вот вы на нее-то деньги будете тратить. Хотелось бы сделать для этих людей уже объявление, потому что я уже не могу писать это в комментариях, каждому отвечать, что мы не собираемся делать это на официальных сервисах, где действительно берут бешеные деньги за это все. Так как машина у нас уже не новая далеко, да, и у нее пробег приличный, нам нет смысла обслуживаться у официального дилера. Поэтому мы ходим вот к таким вот частникам, у которых все гораздо дешевле. Главное найти просто хорошего человека с головой, золотыми руками, который все сделает и не обманет, и все будет гораздо дешевле. Так что мы нашли такого, вот масло поменять, все осмотреть, обходится нам $30. Который специализируется именно на Volvo. Да, на Volvo он, конечно, больше специализируется. Но у него и другие есть. Он делает другие. Человек, видно, что живет этим, всю жизнь занимается. Здесь главное не нарваться на мошенников. Они здесь тоже, кстати, есть. И некоторые из них, кстати, русские, как нам уже некоторые рассказывали свои истории. Так что, если что, можем посоветовать хорошего. Здесь хороших тоже с золотыми руками людей много. И берут они прилично, ну, нормальные деньги. Недорогие, в смысле недорогие, да. Поэтому даже если что-то там вдруг, не дай бог, у вас сломается в машине, пусть даже эта машина, я видела Audi, ремонтировали у него,
Ну вот ты скажи, что мы когда купили машину, мы поменяли масло и сделали полную диагностику, нам это обошлось меньше, чем $50. Да тоже около $30. Он да. и в этот раз также посмотрелся. В тот раз мы смотрели вообще как бы и ходовую, mm-hmm. и все клапана, резиночки. Единственное у нас, что не такая она сейчас мягкая, пружины нужно будет скоро поменять, но в принципе нас устраивает. Ну да, пока он говорит все нормально, пока можете не беспокоиться. Вот если что-то вдруг у нас, не дай бог, полетит, а вот кстати, а нет. То мы обязательно об этом снимем отдельный видеоролик, сколько нам что обошлось, специально в какую ломать сумму. Не будем. Нет, ломать специально не будем. Все объясним и объясним, сколько стоила эта деталь и сколько стоило само обслуживание, сама работа. Деталь тоже никто не собирается покупать, например, новую, потому что знаете, как это делается. Продают детали с уже каких-то автомобилей, да, которые были бэушные на детали, да. Но хорошие. Например, машина может быть как-то в аварию попала или что, и у нее эта деталь, например, эта в отличном состоянии. Но ее, естественно, продают уже гораздо такое дешевле. И в России, и в Америке. Да, это и в России есть такое. И нужно сказать, что вот у нас 3000 миль занимает где-то около 3 месяцев наездить. Ездим да. мы не очень много, но и немало. Акура очень ценится в Америке. Здесь, кстати, много Акуры я видела, очень здесь популярная. Я раньше думал по наивности, что это какой-то китайский там или корейский. Оказывается, mm-hmm. это высший уровень. Это Honda, да. Как Lexus у Toyota, да, как да, Infiniti у Nissan. Акура в России нет. Да, хороший. Единственное, мне вообще не нравится никак дизайна, его просто нет. У Акуры. Не знаю, вообще никак. Мне дизайн нравится, честно говоря, у таких марок, как... Hyundai сейчас развивается Hyundai. В плане дизайна вообще. Да. Прям вот мне Hyundai вот гораздо даже больше нравится, чем Toyota. И про качество это, конечно, Toyota повыше, но... Интерьер, экстерьер очень красивый. И Hyundai, и у Kia, да. Но Kia Hyundai вообще вышел на очень высокий уровень. Сейчас уже второй год это самый дорогой бренд автомобильный. Раньше Lexus удерживал mm-hmm. около 5 лет. Hyundai обогнал уже Lexus. И нужно сказать, что качество у дорогих автомобилей Hyundai очень-очень на уровне. Высокое. На уровне, да. Итак, в общем, подводим черту. Все с машинкой пока что у нас хорошо, 3 месяца прошло, она нас абсолютно во всем устраивает. Конечно, в России мы бы даже не додумались купить, даже и не задумались бы купить Volvo. Это достаточно редкий автомобиль для России, да? А здесь это, кстати, часто встречающийся на дорогах марка. Не так, конечно, как Toyota, Hyundai и, да. и другие автомобили. Но очень часто я вижу, то есть... Здесь покупать Volvo это все равно, что у нас купить в России Toyota или подобные автомобили. Да? Так вот, посмотрите с этой стороны, какое чистенькое небо. Переходим, и что творится там? Там прям там молнии страшные. Очень подержи, страшные. Покажешь. Да. Вообще не зря. Хоккейная команда, участвующая в чемпионате в Кубке Стэнли, Tampa Bay Lightning, так называется. Вау. Потому что здесь постоянные грозы, постоянные молнии. Летом очень да. много. Зимой не было почти. И так интересно, когда на домашних матчах на арене Тампы смотришь НХЛовские матчи начала, там так красиво все обыграно это. Темнота и молнии сверкают под куполом. Смотри, а там вообще чистенько такое небо. Как вот так часто бывает. Там, где нельзя. О, видела как? Да.